Эти слова защитят вас от зла, врагов и безденежья. Каждое слово способно как приблизить успех, так и отпугнуть удачу. Звуковые вибрации, использованные с умом, будут надежной защитой для тех, кто хочет справиться с финансовыми трудностями и защититься от любых неурядиц. Сила слова велика, и использовать ее нужно только в благих целях. Порой достаточно произнести пару фраз, чтобы запрограммировать себя на успех и найти выход из трудной ситуации. Эксперт рекомендует регулярно использовать в лексиконе слова-пароли, чтобы уберечься от козни врагов, обрести финансовое благополучие и справиться с временными преградами на пути к счастливой жизни. Главное – верить и не сомневаться в своих силах, и тогда позитивные перемены не заставят себя ждать. Итак, давайте узнаем, какие слова могут защитить вас от зла, врагов и безденежья. Преодолею. Это слово поможет обрести уверенность и справиться с трудностями, которые могут исходить от недоброжелателей. Защита. Мощное по энергетике слово способно защитить от любого зла. Важно верить в себя, произнося этот пароль, и тогда удача не отвернется от вас. Вперед! Этот пароль поможет достичь нужной цели, обрести финансовое благополучие и оставить позади конкурентов. Прочь! Такое слово произносит, чтобы убрать энергетические блоки, негативные мысли и не доверять слухам. Дело. Энергетика этого слова помогает сосредоточиться на главном, найти верное решение для сложных задач и привлечь финансовое благополучие. Могу. Еще один пароль, который стоит произносить, глядя в свое отражение. Энергетика слова настраивает на движение вперед и разрушает неуверенность и сомнения. Конец. Такое слово лучше всего говорить в период, когда кажется, что череда злоключений не прекращается. Энергетика этого слова поможет в борьбе со злом, врагами и денежными проблемами. Терпение. Энергетика этого слова придаст сил для того, чтобы не опускать руки, справляться с трудными задачами и стойко переносить неурядицы. Подражай. Это слово произносится при общении с успешными людьми, которые добились успеха честным путем. Считай. Слово-пароль для обретения богатства и привлечения новых источников дохода. Выше. Такой пароль стоит произносить в ситуациях, когда нужно быть выше завистников и недоброжелателей, справиться с задачами и никому не давать возможности ставить палки в колеса. Держу. Этот пароль произносит, если нужно удержать удачу, справиться с трудным делом и преодолеть козни недоброжелателей. Эмоциональный окрас нашим словам придают эмоции, а значит, нужно настроиться на позитивную волну, твердо верить в то, что жизнь изменится к лучшему, а недоброжелатели останутся ни с чем. Опасаться нужно речи с негативным окрасом, чтобы не попасть в собственноручно расставленную ловушку. А мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.